сегодня вы подготовили в честь 203-я Михаила Юрьевича? Сегодня программа называется «Белеет парус одинокий». Она рассчитана на младшее звено образовательных школ. А что именно? Ну, именно эта программа, она о детстве Лермонтова, о том, что помогло ему стать действительно настоящим великим поэтом. И как наша пенинская земля, Тарханы, могли воспитание такого, ну, не знаю, сказать, просто глобального поэта. А что именно будут исполнять? Исполняться будет «Белеет парус одинокий», первый рисунок Лермонтова, «Катастрофа парус». И этому Варламову писал музыку, получился прекрасный романс. Будет «Ангел». Это стихотворение, которое Лермонтов посвятил своей матери, рано ушедшей, тоже романс. Потом будут «Хороводные», потом будет «В саду или в огороде» песни. Это все вещи, которые, ну, музыка, которую воспитывал Лермонтова, которую он водил хороводы с крестьянскими детьми. Потом будут игры, с которыми Лермонтов играл с крестьянскими детьми. Ну, в общем, такая музыкально-поэтическая композиция. А будут ли как-то артисты взаимодействовать с этими детьми, чтобы дети не просто сидели на месте, а как-то, может, играть или еще что-то? Или только со сцены, скажем так? Ну, я хочу сказать, что все программы коллектива «Экспромт», они, как называется, интерактивные. Потому что дети всегда принимают активное участие. Потому что в этом и смысл программы, чтобы они не просто сидели и смотрели, да, а чтобы они именно почувствовали себя участниками этого действия.